Меня зовут Зои Уокер. Еще совсем недавно я мечтала стать журналисткой. А теперь я хочу задержать дыхание и уйти под воду. Я не хочу потерять сознание. Я просто хочу найти покой, покрыть темноту, утопить мысли и воспоминания. 90 секунд. Примерно столько мне нужно. И вдруг покажется, будто ничего этого не было. Играть-то будем? Прости, тыковка. Конечно, будем. Знаю, ты у меня умница, но подумай, точно все-все запомнила? Угу. Точно. Я все запомнила. Ладно. Какого цвета? У нас... Поняла. Внедорожник. Он красный. А я не договорил. Какого цвета у нас поворотники? Это которые ты включать забываешь? Да-да, они. Ну, какого? Оранжевого? Надо же, какая ты у меня умница, Зои. Ну, тогда переходим на следующий уровень. А какой следующий? Ты сейчас задашь мне один очень трудный вопрос. Если не угадаю с первого раза, ты выиграла. Что ж, давай. Ну, хорошо. Дай я еще разок осмотрюсь. Готов? Ладно, давай. Сколько звездочек у меня на рюкзаке? Их там 5. Не угадал! 6! Я победила! Я что, уснула? Мам, я победила! Правда? Умница, доченька. Я тобой горжусь. Ну все, пошли в машину. Нам еще 45 штатов на номерах искать.
Привет. Привет. Ты как? Ничего? Вроде да. Просто, ну, сама знаешь. Нормально все, Мишель, правда? Вы чего опять такие странные? Ничего, малыш. Просто устали. Нельзя все-таки кормить пса фастфудом. На выходе воняет хуже, чем на входе. О, дедушка! Кто дедушка? Я дедушка? А я думал, это ты тут дедушка. Далеко ходили? Я уж боялся, вы заблудились. Да ну, до дерева и назад. Псы-то думают, это они нас выгуливают. Ладно, давайте, пристегивайтесь. Хорошо бы к ночи доехать до Альбукерки. Вы слушаете подборку для водителей NPW, первой и лучшей радиостанции Флагстопа. Сегодня в Аризоне прекрасный денек. Желаем хороших выходных. Что у нас дальше? Считаем номера штатов? Или песню споем? Да, она уснула, пока ты исполнял свое соло. Сразу видно, умеешь развлечь ребенка. Моя задача не развлечь. Я пастух, а вы мое стадо. Хочу довести вас до Сент-Луиса довольными и счастливыми. Неплохо. Джим, это ты предложил поехать красивой дорогой. Я бы вот лучше самолетом. Да я и не жалуюсь. Просто пытаюсь представить Винса на Среднем Западе. Давайте сделаем вид, что это отпуск. Едем всей семьей по шоссе 66, накупим сувениров и назад в Сакраменто. Винс, нет. Мы там больше не живем. Ну, не плакать же. Ты теперь в университете, я на новой работе. Я бы на завод собачьего корма не пошел, даже если бы другой работы не было. Джим, а давай ты сейчас не будешь? 10 000 баксов. Тебя же подставили. Надо было вцепиться этим ушлепкам в горло и засудить их. И уж точно не подписывать мировую. Я еще ничего не подписывал. Но подпишешь ведь. Решать тебе, но я считаю, что пора оставить это позади и жить дальше. В общем, мне еще надо подумать. Конечно. Винс был хороший пацан, только позволял о себе ноги вытирать. Когда ты был мелкий, вечно просил у меня дешевые игрушки. И потом отдавал их хулиганам в школе, чтобы тебя не побили. А где ты был, когда я вырос? Уел. Извини, зря это я. Если вы мне не рады, надо было так и сказать. Этого хотела Зои. Давайте все успокоимся. Нам еще 3 дня пережить надо. И для этого мне надо заткнуться. Короче, я рад, что мы все вместе поехали. Скоро доберемся до места, обустроимся там. И потом... Зои, ты не ушиблась? Что случилось? Вроде просто испугалась. Ну, класс.
Спасибо, что вернулись. Минуту, я сейчас страховку принесу. Водить научись, урод! Да вы издеваетесь? Шпана деревенская, только в пустыне. Главное, все живы остались. Видали, какая у него была рожа? Лишь бы он наши номера не увидел. Не, он был слишком занят. Он орал. Приехали. Нортвуд, 28. Ну и сарай. Хотя они тут все такие. Джей, ты готов? Джей! Что? Спустись уже на землю, брат. Зря мы вообще его взяли. Да ладно тебе. Пригодится. Короче, в доме сейф. В сейфе бабло. Столько, что весь этот месяц можно будет забыть, как страшный сон. Нас не убьют, не выселят. Будем спокойно жить дальше. А там точно никого? Он по пятницам возит жену к врачу. Раз в неделю, в одно и то же время. Слушай, ты у нас любишь по лесу гулять, по деревьям лазишь. Никто из нас так не может. Ты ведь хочешь помочь семье? Хочу, конечно. Ну вот и отлично. Перелезь через забор и проникни в дом. Ого! А мама в курсе? Нет. Но кто-то же должен вас прикрывать. Через час они должны приехать. Услышите три гудка, бегите со всех ног. Ща, повеселимся. Дейл. Кот. Джей прочтет. Смотри, не облажайся. Мы на тебя рассчитываем. Ладно, мамкин акробат. Ты лезь через задние ворота, а я через гараж. Вдруг они запереть забыли. У нас Клетус, да? Я Джей. Ты защищаешь свой дом, понимаю. Вот и у нас такая же фигня. Некуда деваться. Спокойно. Мне просто надо кое-что забрать. Вот так, хороший мальчик. Страшный серый волк. Это не смешно. Проблемы были? У них собака. Но я справился. А это что? Придурок. Кто здесь живет? Данте Ромеро. Король свиней. Что? Шериф? Он самый. Мама с ним была в контрах еще до того, как он меня в колонию упаковал. Да я знаю, но... Что но? Как по мне, за ним должок. А раз уж мы здесь, заодно наведем тут порядок по-свойски. Ну ладно, мешать не буду. И зачем это? А если по ДНК найдут? Вот это вряд ли. У нас здесь Турок, а не Нью-Йорк. Ты давай лучше сейф ищи. Ха-ха.
Тайлер не сказал, где они? У него жена больная. Они к врачу какому-то все время ездят. Не знаю точно. Здесь сейфа нет. Нашел что-нибудь? Нет. Может, наверху? Ну, может. Ты что делаешь? Девушке подарю. Нет у тебя девушки. Усохни. Нет, так будет. О, если жизнь подсовывает лимон... Иди сюда. Поможешь отомстить. Ну, мне как раз надо. Что? Я просто иногда забываю, что ты тоже Холт. Ладно, хватит дурака валять. Ты иди наверх, а я тут в остальных комнатах поищу. Ага. Лет самолеты чинил, а машины так и не научился. Все нормально? Ну да. Нормальный мотель, как везде. Вы идите, а я воды куплю. Шима! Мама Райана разрешила прийти с ночевкой. До завтра! Есть кто? Спокойно! Тут я! Чего так нервничать? Здрасте. Мы тут в аварию попали в нескольких милях к востоку. У вас есть два свободных номера. Еще эвакуатор бы вызвать. Вот с этим не выйдет. Автомеханик наш, Фрэнк, на выходные в Тусон уехал. Ладно, тогда два номера. 70. Только наличные. А у меня 52. Ну, на один номер хватит. Эй, Джойс! Потом, я занята! Слушайте, можно я остальное завтра доплачу? Пожалуйста. Дочка маленькая, ей надо выспаться, а мой отец ужасно храпит. О, какая хорошенькая. Но если ты решил меня на несколько долларов надуть... Привет. Меня зовут Мишель. Спасибо за понимание. Ну, гостей у нас немного. Рада помочь. Опять пробки выбило. А был бы нормальный предохранитель... О, здрасте. Добро пожаловать в Турок. Пол, сделай доброе дело. Попроси Норму отвезти его машину к нам на парковку. А что такое? Что-то с колесом? Давайте я гляну, попробую починить. Вдруг получится. Там проблема с мотором. Ну, если почините, буду благодарен. Красный внедорожник. На восток по дороге. Понял. А, я вас где-то видел. Это вряд ли. Меня часто путают с Клинтом Иствудом.
Наконец-то от солнца спрятались. А это прямо как отпуск? А мы в бассейн пойдем? Все наши купальники и плавки уехали с остальными вещами. И хватит прыгать на кровати. А можно передачу про зверей посмотреть? Ну, пожалуйста. Я же сказал, хватит прыгать. Если включишь про зверей, перестану. Это познавательно. Ну хорошо, только полчаса. Ура! Спасибо, пап. Потом расскажешь, что интересного узнала. Ну просто мастер убеждения растет. День сегодня трудный. Пусть хоть телек посмотрит. Все нормально? Не знаю. Шея побаливает. Сделаешь мне массаж? Уютно у вас, у меня так же. Ну, пойду я с Зевсом погуляю. Винс, составишь мне компанию? Он не нагулялся еще? Ему надо в туалет, а я хотел с тобой поговорить. Вы гуляйте, а я тут посижу. Можно с вами? Вот на тебя-то я и рассчитывал. Спасибо, что не пошел. Прости, с твоим отцом у меня короткое терпение. Не переживай. И я ведь тогда в машине тебя поддержал. Просто ты ведь понимаешь, что ему нужно? Он попросит пустить его жить с нами. А ты думаешь? Да, 100%. Может, не будем отказывать? Все-таки рак... Дело серьезное. Я ему сочувствую. Но можно ли ему верить? Почти 30 лет где-то пропадал. Мало ли, что он еще выкинет, а Зоя расстроится. Это да. Но раньше-то он был наркоман и много лет пытался лечиться. Сейчас он не такой. Ну, подставляй плечи. О, то, что надо. Чуть ниже. Да-да, вот здесь. Просто кайф. Спасибо, Винс. Когда я вчера забирала Зои, воспитательница ее очень хвалила. Сказала, она читает и считает лучше всех в классе. Да я и не сомневался. А еще она сказала... Раз уж Зоя все равно переходит в новую школу, она вполне может пропустить первый класс и пойти сразу во второй. Да ладно. Я также отреагировала. А теперь думаю, может, ей на пользу пойдет. Не будет на уроках скучать. Больше стимул учиться. Мишель, нет. А вдруг ее будут обижать? Отнимать бутерброды или сменку на дерево закидывать? Или наоборот, у нее будут прекрасные друзья среди ребят чуть постарше. Ну, не знаю. Ты только представь, она и так переезжает в новый штат, еще и дома проблемы. Она же слышала, как мы ругаемся, и вряд ли ей это все равно. Зачем ей лишний стресс? Я это понимаю, но может и не будет никакого стресса. Ну, если ты в этом уверена, ладно. Правда? Лишь бы ей было хорошо. Ну, будет пониже ростом, чем все одноклассники. Прекрасно. Тогда в понедельник пойду договариваться. И, слушай, насчет того разговора... Папа, машину привезли. Дедушка сказал, чтобы ты пришел. Правда? Вот здорово. Куплю перекусить в автомате. Тебе что-нибудь взять? Нет, спасибо. И Билл поворачивается к Хиллари и говорит, а я думал, в секторе газа добывают газ. Так вот, где самая движуха. Привет. Пригнали твою машину. Ты прав. Гаечным ключом и изолентой тут дело не поможешь. Сколько с меня? Нисколько. Вы же гости. На задний двор заезжай. Это еще что? На пол! Живо!
Я сказал, на пол! Нет. Подождите. Не надо звать на помощь. Не бойтесь, мы вам ничего не сделаем. Я понял. Извините. Мы только деньги заберем и сразу уедем. Ну, не знаю, вы разве не в курсе? Он вам не говорит? О, извините, зря я спросил. Спасибо. Там у тебя все нормально? Да. Пойду в кабинете поищу. Давай, давай. Должно быть здесь. Тайлер, если что, предупредит. Атлас орнитолога. Круто. Что ж тут было-то? Господи! Я нашел! А где... Где кот? Дейл, я код потерял. Кого потерял? Да ладно. О, Тайлер тебя убьет. Ничего, бывает. На такой случай есть план Б. Давай, помогай. А, черт! Ведь почти получилось.
ничего, еще есть время. Ладно, ладно. Джекпот. А теперь валим. Заниматься не буду, я кошелек забыл. Физиотерапию перенесли на понедельник. Поднятыми руками. Живо! Сосчитай до 10 и иди. Ты кто? Просто магнитофон украсть хотел. Я ведь могу и грохнуть тебя ненароком. Да сдаюсь я, сдаюсь. На колени. Руки за голову. Это Ромеро. У меня тут 13506. Норквуд Драйв 28. Пришлите людей. Гляну, какой недоумок посмел. Еще чего? Он вернулся раньше. Что у вас там было? Наш мелкий спас мою шкуру. Вот что было. Деньги взяли? Но денежки у нас. Вы, конечно, красавцы, парни. Держитесь! Сука! Я думал, мы у свалки уже оторвались. Они видели, что мы сюда свернули? Точно нет. Они бы остановились. Так, слушайте. Мы вас не тронем, и деньги ваши тоже. Нам просто надо ненадолго где-то залечь, а потом мы поедем дальше. Так что давайте без глупостей, и все будет нормально. Ясно? Ясно. Мы будем слушаться. Хорошо. Это я и хотел услышать. Слышь, успокой собаку. Шш, успокойся, Зевс. Давайте просто угоним другую тачку и поедем в противоположном направлении, пока они не заметили. Рискованно. На трассе могут быть посты. Винс, надо что-то делать. Ребят! Что? Вам надо спрятаться, понимаю, но мы-то вам зачем? Давайте мы пойдем в номер и не будем вам мешать. Никто никуда не идет! Сидите и помалкивайте! Но ты попытался. Нельзя оставаться. До ночи можно. А потом рванем через пустыню. Других вариантов нет. Нет, надо сразу валить. Брось оружие! Тихо. Успокойся. Брось, сказала! Пожалуйста, уйдите. Вот пока все целы.
Тебя не спрашивали. Это мой мотель. Я разберусь. Джойс, если у тебя палец дрогнет... Придется их отскребать со стен. Ну, можно ведь и без этого обойтись. Ребята загнали себя в угол. Если сейчас помочь им выбраться... Еще не хватало им помогать. Рожи покажите. Я сказала, сняли маски. Господи. Братья Холт. Это вы в нас врезались? Пол, бери ружье. Я... Прости, я не могу. Пол, ты серьезно? Ты, бери пушку. Держи его на прицеле. Поверь мне, ты об этом пожалеешь. Ты же в жизни пушку в руках не держал. Я быстро учусь. Еще раз тронешь мои вещи, пожалеешь. Ну что, спрятал фургон? В сарае на заднем дворе. Тайлер, они же нам ничего не сделали. Сделают, если смогут. Вы с Дейлом пока приглядите за ними. Мне надо позвонить. Это я. У нас проблемы. Мотель «Сон в пустыне». Ты думаешь, я сам не знаю? Короче, все, уроды. Идите туда, к столам. Парни, вы хоть что натворили-то? А, президента убили. Ха! Скажи, брат. Ты, значит, средний брат, который в воспитательной колонии сидел. Заткнись, сука! А что? Весь город в курсе. Джойс, не надо! Говорят, весь в папашу своего пошел. Еще один паршивый Холт, который по жизни все портит. Вот так порчу. Или вот так. Слушай, ну давай без этого. Давай ты заткнешься. Заткни ему пасть, ясно? Это пес. У него звук не отключается. Дейл, он просто боится. Да насрать мне, что он боится. Пусть уже заткнется. Зевс. Зевс. Помнишь меня? Я сказал, пасть ему заткни. Дейл, ты что делаешь? Показываю, кто тут босс. Щенка пристрелишь? Ну, ты же смелый. Ты же пацану в школе челюсть сломал. А ты давай не вякай. А то что, мне тоже в морду зарядишь? Или сразу пристрелишь? Зевс, тихо. Джим, дай мне. Вот так. Молодец. Умный песик. Тише, Зевс. Тише. Ну что, теперь доволен? Убери пушку. И как тебе только не стыдно. Знаешь что? Ты задолбала. Рот ей заклей. Тебе надо, ты и заклей. Эй, очнись! Почему у тебя в машине столько барахла? А? Кто еще с тобой едет? Только на этот раз не ври мне. Thank you.
Моя семья. Отец, жена, дочка. Проверь комнаты. Знаешь что? Ты мне не нравишься. Только запахло жареным, ты сразу всех своих издал. Потому что ты мерзкое сыкло. Скажешь, не так? Ты ничего обо мне не знаешь. Да что ты? Да, зато я вижу, как ты изо всех сил корчишь из себя крутого. А ты дерзкий папаша, по крайней мере, на словах. Там коп. Что делать будем? Это большой Сэм. Купит газировки, поболтает и уйдет. Джей, назад! Избавься от копа. Ты понял меня? Понял, босс. Вы двое. Не открывайте пасти, тогда все закончится быстрее. Ты идешь со мной. Привет. Здрасте. Здорово, Сэм. Пол, как дела? Да, потихоньку. Как батя всегда учил. Не гони, а то въедешь в стену и пикнуть не успеешь. А где Джойс и ее пацан? Наверху? Ну, Эш к другу пошел с ночевкой, а Джойс приболела. Неделю уж лежит. Сочувствую. Тут сегодня синий фургон не проезжал? В нем трое парней. Может, видел? Не, я с утра тут сижу. Как вам сон в пустыне? Ну, неплохо. Да, Джойс хорошая хозяйка. А что вас привело в Турок? Мы переночевать заехали, а так едем в Миссури. Правда? А можно спросить, почему туда? Жена там выросла, хотя не поэтому. Ладно, да я так спросил. Большой Сэм, ты где? В мотель зашел. Уже возвращаюсь. В общем, мы тут ищем трех молодых придурков. Додумались ограбить дом шерифа. Вот бывает же. Они вооружены и опасны. Если чего узнаете, звоните 911. А кто они? Известно? Нет. Они лица скрыли. Ну, чтобы их никто не узнал. Ого, надо же, как умно. Это ведь Сережка Джойс. О, она ее обыскалась. Ты ж говорил, она больна. Это что, кровь? Слушайте, у вас здесь точно все нормально? Вызывайте подкрепление. Я сейчас выйду на улицу и вызову отряд. А ты посмейся, как будто мы тут шутим. Неплохо. Ладно, пока. Вент! Ну и что он сказал? Он все знает? Хохму пошлую рассказал. Какую? Ну, про хозяйку мотеля. Честное слово, он ничего не понял. Винс,
Пап, что случилось? О, Господи. Дейл, Джей, мы уходим. Ее берем с собой. Что? Стойте, не надо. Погодите-ка. Если не будет погони, высажу ее у ближайшего таксофона. Но если сольете нас копом... Смотри, больше не боишься пушку в руках держать? Прикажи ее отпустить. Ну нет, это так не работает. Винс, лучше опусти ружье. Может, хоть раз оставишь игрушку себе? Подумай, тебе это надо? У дочки на глаза. Цои, закрой глаза.